Вот, и, друзья, дамы и господа, да, я, значит, камеру сейчас только включил, забыл ее включить сразу. Поэтому для тех, кто будет смотреть видео это, я, значит, скажу, что сегодня у нас завершение пасхальных опресночных дней. И сегодня у нас начало шаббата, начало субботы, субботнего дня. И вот вопрос такой, не вопрос, а тема такая есть для размышления, очень хорошая тема, и тема для молитвы, что Бог всемогущий, Он не только нас спас, не только выходим и совершаем исход, дух, душа и тело, весь человек совершает исход, все наше совершает исход. Бог всемогущий, до копыта все забираем из Египта, не оставляем ничего. Вот, и это действительно было очень, ну, тогда события, 3331 год назад, это были события пророчески говорящие о современном исходе, о современном выходе. Это было потрясающее пророчество. Потому что, слава Богу, за те события, да, на самом деле это были потрясающие события, но сейчас еще больше, еще в большей степени. И как тогда, за все эти годы унижения и рабства нашего, 400 лет рабства, ну, 430 лет, но поначалу это не было как бы рабством, это было даже вроде как даже хорошо все, как бы, да. Поначалу-то, а потом, ну, бесплатный сыр только в мышеловке, будем так говорить. Ну вот, не покупайтесь никогда на бесплатной путевке в Египет, будем так говорить. Вот, все включено, мол, туда-сюда, да-да-да, знаем мы это. Яков это сыновьями, значит, и потомки Якова это испытали на своей шкуре. Все, Египет мягко стелет, как говорится, но жестко спать. И вот за беспощадную эксплуатацию рабочего еврейского класса, еврейского народа, 400 лет рабства, шутка ли, Израиль заплатил потом и кровью за эту свободу, знаете ли, и ему должны были заплатить Израилю, египтяне. Как? Попробуй подойди к фараону, там, заплати нам еще за годы рабства. Но Господь сделал сверхъестественно, что вот эти нечестивцы, да, которые эксплуатировали отцов наших, они заплатили все сполна. Они отдавали золото, серебро, отдавали ценности, тем самым они даже не понимают, но они совершали выплату за все годы унижения, за все годы рабства, за все годы беспощадной эксплуатации. Вот, и трудящиеся получили вознаграждение сразу. Они получили за и свой рабский труд, и за своих отцов, компенсации труд их дедов, прадедов, прапрадедов, за все поколения, что находились под властью Египта, заплатили сполна египтяне. И вот это образ такой, что фараон не только отпустит все наше и отдаст все наше, мы не только свое заберем, но мы еще... Будем так говорить, да, экспроприация, это грабить награбленное, да, как говорится. Вот, возьмем еще сполна то, что за все эти годы компенсации, за все эти годы унижения, за все эти годы тирании, компенсация будет потрясающая. Во имя Христа Иисуса в Новом Завете, наипаче, дьявол отдаст за все годы рабства, унижения, за всю эксплуатацию, отдаст сполна. Больше, чем он забирал в свое время и в здоровье, и в сфере бизнеса, и в сфере, во всех сферах жизни человеческого бытия нашего. Слава тебе, Господь, Бог Святой. Отец мой, Бог и Царь, благодарю тебя и благословляю великое имя твое. Благословляю великое имя твое. Благослови Рувима, Господь, благослови дело рук его, благослови бизнес. При смерти написано, да, у него, но, Господь, сделай это, обрати, Господь, то, что при смерти, обрати в жизнь во имя Христа Иисуса. Отец, благослови, Господь Боже, благослови Рувима и дом его благослови, и дело рук его благослови. Аминь. И благословляю всех вас, братья и сестры, всех, кто сейчас подключается, силой воскресения его, Божьего воскресения, Господней силы воскресения.
этой силой он действует в нас могущественно, в нас верующих. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Царь Вселенной! Благодарю тебя, Господь! Аминь, аминь, аминь! Аллилуйя! Любовь Кушнир, помолите, чтобы выйти и реально из рабства болезни. Аминь, аминь. Любовь Давыдовна, очень рад, что вы подключились. Благоставляю вас. Люблю вас очень. Обнимаю крепко-крепко очень. И благоставляю вас во имя Христа. Благоставляю. И действительно, вспоминал вас добрым словом не раз уже в эти дни здесь. Пасхальные в эти дни, опресночные, вкушая опресноки, вкушая мацу, размышлял и молился за наших всех братьев, сестер, и вас вспоминал не раз добрым словом. Благоставляю вас, сестра возлюбленная, служитель Божий, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Благослови, Господь, Любовь Давыдовну сейчас, во имя Иисуса. Боже, и всех, кто из подключающихся или потом смотрящих это видео, Боже, кто нуждается в этом освобождении из рабства болезней, из этого Египта выйти во имя Христа, да совершится этот великий исход во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь, 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 аминь. Слава Богу! Молюсь за Алексея Ивановича сейчас тоже нашего, да, за нашего благочинного здесь в Киеве, за его скорейшее восстановление, исцеление, восстановление также во имя Иисуса. Враг пытается атаковывать, знаете ли, он пытается торговаться, пытается оставить нас в Египте, но Божий призыв звучит уже 3331 год уже звучит. Let's my people go. Отпусти мой народ. Отпусти мой народ. И тогда кровь агнцев была на косяках домов. Сегодня кровь Иешуа Машиаха, кровь Иисуса Христа, агнца Божьего, она на косяках наших сердец, нашего разума, наш дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасение. Спасение через кровь Христа, через кровь Машиаха и Иешуа. Аллилуйя! Спасение через кровь Христа! Спасение через кровь Христа! Аллилуйя! Исцеление через кровь Христа! Освобождение через кровь Христа! Силы тьмы трепещут, они побеждены! Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасение. Спасение через кровь Христа. Аллилуйя! 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 Братья, сестры, сейчас я здесь и приготовляюсь к хлебопреломлению. Тоже налейте себе соку. Возьмите мацы, опреснока. Братья мне как раз тоже звонили, вот, значит, а мацы нету, говорит, мы хотим сейчас причастие сделать, а нет мацы. А что есть? Вон, берите, да что угодно. Вот, ну, вот, рекомендовал им взять армянский лаваш, просто возьмите. Пресный, пресный, берите, давайте, говорю, совершайте причастие. Аминь, Любовь Давыдовна, аминь, аминь, аминь. Благоставляю вас. Аллилуйя. И сегодня, совершая причастие Евхаристии, тоже... Давайте, Любовь Давыдовна, Рувим, братья, сестры, Иночка, все, кто подключился, давайте совершим вместе причастие это, как знак действительно нашего спасения, как действительно, о, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо тебе, Господь, спасибо, знак нашей победы, победа нашего Господа Иисуса Христа, аллилуйя. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо, спасибо! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! Тоже с Минска привет всем, кто подключился сейчас, с Гомеля, отец Сергий. Если подключились, как-то маякните. Благоставляю вас тоже, молюсь за вас сегодня во имя Христа. Планирую, даст Бог, вот в мае месяце, в июне, начало июня быть у вас как раз.
Вот, поэтому мы проведем еще служение в Минске, тоже с хлебопреломлением, с причастием, как раз вот, значит, вот, и, ну, я очень хочу послужить вместе с вами, тоже литургию такую, утешиться общей верой нашей, слава Господу, благословляю вас. А кто подключился, давайте совершим вместе это причастие, хлебопреломление, причастие Евхаристию, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной, благослови, Господь. С Грузии сегодня тоже наш священник Ривас, Ривазит Джанхотелли, писал как раз, я не знаю, сейчас получилось ли подключиться вечером, вот, но утром, по крайней мере, жду братьев с Грузии на прямую трансляцию в 6 утра. Не забывайте, по Киеву в 6 утра подключайтесь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной, Бог Господь наш, аллилуйя, Господь есть Бог, аллилуйя. Спасибо, спасибо. Благослови, Господь, сейчас эту Евхаристию, это хлебопреломление, причастие, Господь. Тело и кровь Спасителя нашего, Господа нашего, аллилуйя. В завершение этих дней опресночных, Господь, Боже, рассуждаем мы о теле и крови Господа Спасителя Иисуса Христа, аллилуйя, и провозглашаем победу нашего Господа Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Победа через кровь Христа, спасение через кровь Христа, исцеление через кровь Христа, спасение через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены, есть совершенное спасение, спасение через кровь Христа. Освобождение через кровь Христа, спасение через кровь Христа, свобода через кровь Христа, милость и благодать через кровь Христа. Аллилуйя! Спасибо, Господь, спасибо, Господь. Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасение, спасение через кровь Христа. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Благословен ты, Царь наш, благословен Господь, Бог наш, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Боже всемогущий, благодарю тебя, Господь, за этот удивительный вечер, завершение дней опресночных. Мы завершаем дни опресночные, но продолжаем их, Боже, в этом шаббате, в этой субботе, наступающей сегодня. Восхищаемся Твоей благодатью и мудростью, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за все. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Иисус, спасибо, за все спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, Господь, спасибо, Иисус, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Господь, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Господь, за таинство сие, тело и крови Твоих. Боже, сегодня, в седьмой день, Боже, нашего исхода, в завершении дней опресночных, Боже, я преломляю хлеб этот, хлеб бедности и свободы, воспоминая не только великий исход,
тот древний, но провозглашая исход сегодняшний, сейчашний, через тело ломимое Господа Иисуса Христа и кровь Его святую. Пасха совершается. Пасха наша, Христос заклан за нас. И смерть Господню возвещаем сегодня. Возвещаем и себе, и друг другу, и всему этому миру. Возвещаем смерть Господню, как великое спасение для всех и вся. Великое спасение для всех и вся. Исцеление, освобождение через кровь Спасителя Иисуса Христа. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь! Благословен Ты, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли и давший нам хлеб с небес Иисуса Христа, праведника. Боже, благослови! Благословляю сейчас, кто отозвался, потом прочитаю сообщение, но благословляю всех вас во имя Иисуса Христа. Благословляю с Петербурга сейчас, благословляю братьев во имя Иисуса Христа. Там, на берегах, не вы сегодня, тоже преломляйте хлеб вместе. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благословен Ты, Царь наш, давший нам хлеб жизни. И Ты есть сам этот хлеб. Аминь, аминь, аминь. Он есть хлеб жизни, хлеб жизни. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Хвалю Тебя и благодарю Тебя за лозу земную, а наипаче за лозу небесную, за Иисуса Христа праведника, великую небесную лозу. О великий виноградарь, благослови виноград сей, посети Господь и благослови виноград сей. Во имя Иисуса Христа. Бог наш есть виноградарь, добрый, благой, заботливый. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Агнец Божий, аллилуйя, Агнец Божий, аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, аллилуйя, слава Тебе. Ешьте, пейте, братья, сестры. Смерть Господня возвещайте, только размышляйте о теле и крови Господа Иисуса Христа, пожалуйста, размышляйте. Каким образом? Вот таким. Телом Иисуса Христа, ломимым на кресте, кровью Его святой. Я спасен или я спасена, я исцелен, исцелена, я благословлен, благословлена. К себе применяй это, скажи, я исцелен кровью Иисуса Христа, я спасен кровью Иисуса Христа, я благословлен кровью Иисуса Христа и телом ломимым Его. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Ешьте, пейте, рассуждайте, принимайте это благословение от Господа. Аминь. 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 За жизнь мира Ты отдал свою жизнь, Господь. Кровь Иисуса Христа, чистого и непорочного Агнца, закланного
омывает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа на косяках нашего разума, нашей души, нашего всего, наших домов. Кровь Агнца Божьего. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа спасла меня. Кровь Христа омыла меня. Аллилуйя. Кровь Христа Иисуса. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня. Аллилуйя. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, Иисус Христос, мой Господь, Машиах, мой Господь. Машиах, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь, благословен Ты, Царь наш, благословен, аллилуйя. И по древней традиции, по старой традиции, седер совершаем мы, Песах, последний день, седьмой день, седер Машиаха. Аминь. Аминь. Благословен Господь, Бог наш, Царь наш, Владыка наш. Благодарю Тебя за спасение, за жизнь вечную, за освобождение, Боже. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, Царь Машиах. Аллилуйя. Спасибо, спасибо. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. Благоставляю вас, друзья, братья и сестры. Вот, и сегодня, вот этот вечер, сейчас завершение Пасхи, плавно будет переходить во встречу Шаббата. Уже я сейчас сделаю включение другое сейчас. Вместе со своей семьей сейчас встречу Шаббат. Вот, попробую сейчас дозвониться до них как раз. Вот, ну а вам всем, друзья, утром подключайтесь, в 6 утра подключайтесь. Общая трансляция будет у нас. Вот. Ну и в завершении благословлю вас и споем шабатнее уже мы, да, песнопение вместе, да? Ну еще не совсем так вечер, ну ладно, споем заранее, потому что уже буду отключаться. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом. Субботний мир, Господний мир, шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, субботний мир, шаббат, 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 ш
От Авину хай, от Авину хай, от Авину, от Авину, Авину Малкейном Шеба Шамаим, Отец наш, Царь наш, Бог наш, Сущий на небесах, Аллилуйя. От Авину, от Авину, от Авину хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль хай. Эйвейну шалом алейхем, всем вам желаю мира. Эйвейну шалом алейхем, эйвейну шалом, шалом, шалом алейхем. Тан-та-тан-та-тан. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шаббат, шалом, Иерусалим. Шаббат, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом. Иерусалим, Шаббат шалом, Шаббат шалом, Иерусалим, Шаббат шалом, субботний мир, Шаббат, 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 Шаббат шалом, Шаббат шалом, Шаббат шалом. Шаббат, 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 шалом. Аллилуйя. Шаббат шалом, друзья. Мир Господний, благословляю всех вас. И Пасха наша, календарная, да, завершается сегодня уже, плавно переходя в этот шаббат, в эту субботу. Но мы должны знать, всегда держать это в разуме, в уме своем и в сердце, что наша Пасха – это сам Иешуа Машиах, это сам Иисус Христос, Спаситель и Господь. И эту радостную весть, пасхальную весть мы всему миру возвещаем, смерть Господа, как великая радость. С одной стороны, да, это слезы, но да, это праздник со слезами на глазах и в древности, и сейчас тоже, но больше таки радости, больше таки радости и тогда, а наипаче сейчас. А в чем радость-то? В том, что через кровь Христа, через Его великую жертву, через Его великую победу свершилось чудо. Друзья, сегодня 26 апреля, и для киевлян, и не только киевлян, для бывшего Советского Союза это, конечно, такая дата такая, помните, кто, да? Ой, я помню. Как раз вот учился в училище художественном и как раз уже завершал обучение тогда, 86-й год, и эта трагедия Чернобыля здесь. Сегодня я как раз перечитывал рассказ о трех добровольцах, погибших там, значит, спасших миллионы душ. Они знали, на что идут эти ученые люди, они знали, на что идут, вызвались добровольцами, вот спасать мир от намного большего взрыва, который мог бы быть, в общем-то, и который совершился бы, если бы не самопожертвование вот этих трех людей. О них сегодня только вспоминаю, только обычно вот, ну вот в публикациях подобных. Сегодня их именами даже не названы улицы городов, хотя в Киеве, я думаю, должна была быть такая, ну, может сейчас вот что-то еще изменится, но какая-то площадь хотя бы небольшая или сквер какой-то, посвященный их именам, вот этих трех мужественных людей. Советские обычные ученые люди, которые знали, на что идут на смерть явную, но чтобы спасти миллионы людей. И знаете ли, читая о таких вот подвигах, вот вспоминаешь слова Христа, да, вот нет больше той любви, которая душу свою, жизнь свою за ближних своих положит. Вот, и действительно это, ну, святые люди, Божий поступок такой, да, совершили. И, дамы и господа, но гораздо большего уважения заслуживает и почитания заслуживает смерть Иисуса Христа, которую мы возвещаем уже 2 тысячелетия всему этому миру, мы возвещаем, потому что один
и не только предотвратил такой как бы реактор, взрыв, да, а вообще он тот страшный вот апокалипсис, начавшийся 5779 лет назад с наших родителей, прародителей, вот это падение, это отступление, это омертвение, мертвые, но он воистину умер за нас и воистину воскрес для нашего оправдания. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Поэтому сегодня тоже поем мы. Хорошее, кстати, песнопение очень. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам или иссущим во гробах жизнь даровав. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Ты подлинно умер и воскрес. И все это для нашего спасения, для нашего возрождения. Спасибо тебе, Господь. Аминь, аминь, аминь. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Благословляю всех подключившихся сегодня, этим вечером. Вот, напоминаю, что утром в 6 утра подключайтесь для трансляции с утренней молитвы. А сейчас благословляю вас старым, добрым, еврейским, библейским благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать да умножатся в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Шаббат шалом, шаббат шалом.